Всем привет! Вы на канале Яна Кляйн. Как у вас дела? Расскажи, что у нас будет сегодня? Что это? Потун! Потун? Нет, Яна, это пирог в лицо. Что мы будем делать сегодня? Мы будем делать челлендж, играть в пирог в лицо. И у нас настоящие пирожные. Есть еще сливки, но сливки будут в конце. Сначала мы попробуем настоящие пирожные себе в лицо, да? Да. Ты будешь участвовать? Да. Ну хорошо, тогда открываем. Где там? Да, у нас игра вот от Hasbro Gaming. Мы ее сейчас откроем, соберем. И начнем играть пирог в лицо? Да. Да. Ты хочешь, чтобы тебе пирог в лицо попало или чтобы папе попало? Папа. Папе? Папа. Здорово. Очень хорошо. Хороший ребенок. Итак, давай пирожное немножко подвинем. Нам нужно сначала собрать игру, посмотреть, что там внутри есть. Вот это. Бумажка. Лицо, собственно говоря. Лапа. Картонка. И, наверное, вот это и есть механизм. Ой, что-то такое сложное. Сейчас будем разбираться. Мы вызов кому-нибудь бросаем? Да. Кому мы бросаем? Ребята, не будем никого заставлять это сделать. Нам никто челлендж не передавал. Мы обязательно сами захотели, увидели такую штуку, решили сделать. Поэтому, кто хочет, принимайте вызов от нас. Мы с удовольствием посмотрим ваше видео, напишите нам. А мы начинаем собирать нашу лапу вот эту, атакующую, да? Да. Итак, что здесь должно быть? Вот здесь лицо. Лицо мы сейчас вставим. Давай. Вот это все добро мы должны... Что это такое? Пошли. Так, это я знаю, что. Папа-ка. Боб. Как Боб, да, Спанч Боб практически. Так, у нас лицо. Это у нас крутяшка такая, на которой выпадают очки. Сколько раз нужно покрутить ручку. Волчок. Или что это? Или рулетка. Вот. Это черная штучка сюда. Стрелочка сюда. Вот. Это мы должны будем крутить. Итак, наши ручки. Раз. И два. Дальше. Что вот это? Наверное, это для подбородка. Вот, действительно. Есть. Ручки у нас есть. Лапа. С первого раза выстрелила. Нам повезло, Ян. Что здесь было не папино, например, лицо. Но, папа. Угу. Где эта губка наша? Где наш Боб? Вот. А, вот, точно, вот Боб. Значит, это у нас будет Спанч Боб, да? Зачем-то нужно губку мочить, не знаю зачем. Прямо мне становится страшно. Тебе страшно? Да. Да, да, мне страшно. Ничего страшного. Сейчас разберемся. Куда тут эта морда вставляется? Вот, раз и два. Нормально? Видно меня? О. Папа-ка. Окей. Ну что? Шоу начинается? Итак, цель какая? Цель набрать 25 очков. Нужно раскрутить наш волчок, увидеть, сколько здесь цифр выпало. Вот здесь от одного. А где один? От одного нету. От двух до пяти. Что выпадает? Нужно крутить эти ручки, и тогда одно либо даст нам по лицу пирогом, либо не даст. Крутим? Кто первый? Папа. Я первый. Хорошо, крутим. Давай. Ой-ой-ой, три.
Какое пирожное? Выбирай пирожное, которое мы будем. Нет. Какое пирожное ставим? Вот это? Нет. Сливки? Да. Ну что, Яна, поехали? Да. Ты крутишь? Да. Не, вот ты вот это крутишь. А я пока добавлю сливок. Секунду, папа не готов. Чтобы было красиво. Или я кручу первый? Я хочу. Ты хочешь? Нет. Давай, папа. Попробуем. Нет. Папа будет все время? Да. То есть ты будешь крутить волчок, а я буду подставлять лицо? Нет. Ну хорошо, давай. Поехали. Крути. Нет, вот это крути. Сколько? Два. А ну. Раз. Два. Ух. Папа. Я не жулю, все честно. Нет. Да. Ты хочешь? Нет. Что, папа опять подставляет нет. лицо? Ну хорошо, крути волчок. Нет, это мало. Давай, крути мощнее. Вот, пять. Нормально, хороший выбор. Значит, тогда давай как сделаем? Тебе будет пять, но буду подставлять лицо я. Мне было 2, умножается в 2 раза, по-моему. Если все получилось и пирог не оказался в лице, то очки умножаются в 2 раза. У меня было 2 очка, у тебя сейчас 5. Если пирог попадает в лицо, то очки сгорают. Раз, 2, 3. Ай! Ура! Бам-бам, да, упала. Что, у меня вся борода в этом? Yeah. Ой, все в сливках, yeah. да? Yeah. Ты хочешь сюда? Да. Yeah. Хорошо. 5 очков у тебя не получилось? Так. Ну, сейчас моя очередь, мои очки. Давай, я кручу. 4. Раз. 2. 3. Ой, она только что так дернулась, что... Нет. Давай, 4. Повезло. Крути. То есть у меня уже 4. 8 плюс 4, 12 очков. Давай. Давай, запускай. 4. Да, 4? Нет. Давай, подставляй лицо. Привстань. Нужно подбородок сюда поставить. Крутим. Раз. Не-не-не, вставай. Вставай. Подбородок сюда. 2, 3, 4. Стой. Ты сейчас себе лишнего накрутишь. 4 очка умножать на 2, 8. У меня 12, у тебя 8. И ты участвуешь, да, со мной? Да. Поехали, папа, следующий. 3. Раз. Попала. Попала. Куда у меня? В нос? Я. Где у меня? На носу? Да. Хорошо. Крути. Я. Да, ты сейчас будешь. Крути. 3. Я. Стой. Да, сейчас ты будешь. У папы уже было на носу. Вставай. Сколько у кого очков? Тебе надо 3 раза. Давай. 1, 2. Есть! Здорово! Прямо в глаз! Ой, вот это у тебя хорошо. Тетя, я попала. В глаз попала, да. Ну, все нормально. Здорово. Тебе понравилось? Да. Ну, поехали. Папа следующий. Да. Сколько у папы очков? 8, 12. У Яны получилось 8. Нужно набрать 25 очков.
ту башенку сделаем. Ой. Так, папа крутит. 4. А ну. 1, 2, 3, 4. Попал. Не попала. Папа как? А. Попал. Давай, крути. Все, не будешь? У тебя классно получилось. 3. Нет, папа. Не будешь? Нет. Мне за тебя снова? 1, 2. Тот же глаз, что и у тебя. Папа, я попала. Сейчас она отвалится. Так намного лучше. Сколько у нас очков? 12. У тебя 8 до сих пор. Хорошо, папа крутит. 2 очка. Папа, а, пока. Что? Нет. Ты будешь? Да. Отставляем. У меня 2. Сейчас я за себя буду выступать. 1, 2. Папа. 4 очка, 12, 16. Нет, очков. Сейчас будет. Давай, крути. 2. За тебя. 1, 2. Фух. У Папа. Тебя еще 4 очка. Стой. Это сколько у тебя было? Папа. 12 сейчас стало. У меня... Папа. 16. А у меня 16. У тебя 12, у меня 16. Кто сейчас крутит? Сейчас я кручу. 4. Это получается, если я почти буду на финише. Мне должно повезти. 1, 2, 3, 4. Папа. 16 плюс 8. Папа. Ой, 24. Папа. Мне 1 очко осталось. Да. Ой, не отвалилось. Папа. Папа. Сейчас будет. Давай, запускаем за тебя. Запускай. 2. 1, 2. Ян, по-моему, ты не победишь в этой игре. Побеждает папа. Да? Пока, папа. Пока? Чего пока? Все нормально, я не проигрывал, я выигрываю. Судя по моему лицу. Давай, я нажму. Стой. Вот так. Финальную сделаем самую большую, да? О, хорошая. Или еще добавим? Мне осталось 1 очко. Нет, все, достаточно. Оно уже просто не влазит, Яна. Крутим. Папа крутит за себя. 24 очка, а еще 1 очко осталось. Ой, что ж ты делаешь-то? Стой. 4. 1. Не получилось. Папа! 4. Я. У тебя сколько очков? Ты помнишь, сколько у тебя? Я. Но, папа. Ты будешь? Да. Хорошо, отлично. Давай, крутим за тебя, крути. Стой, не это крути. Крути, крутилку крути. 5. У тебя есть шанс меня догнать сейчас. 10 очков, ты почти. Вставай. Сюда подбородок. Сколько? 5? Сядь, вставай. Вставай. Нет? Да, встань. Ставь сюда подбородок. У нас 5. Раз. Страшно? Да. Давай, вставай. 2. Ой, застрял. Стой. Не боись, застряла рука. Давай. Вставай. Вставай, я. Поставь подбородок.
два. Давай. Ставь подбородок, не бойся. Три. Четыре. Последний раз, Яна. Последний раз крутануть, и ты меня догнала практически. Пять. Что же это такое? Тебе везет, а мне этот не везет. То есть у тебя 10 Папа-ка. Плюс 12, 22, а у меня 24, ты меня догнала? Папа-ка. И у меня 5. Оно все течет и течет. Блин, да когда же еще один раз мне так повезет, чтобы я мог... Папа-бам-бам. Бам-бам, да, здорово. Ты пока выигрываешь, Ян? Ты знаешь? Да. Ну, как выигрываешь? Почти. Крути за себя. Крути. У нас здесь минное поле сливок. 4? Да. Давай. Нет. Нет? Мне за тебя? Да. Раз, два, три. И с открытыми глазами. 4. Ой, зажмурился все равно. Яна Папа, выиграла. Папа. Что? Папа. Все, ты выиграла. Ура! Ты выиграла. Хочешь? Нет? Мы немножко модифицировали наши пирожные, которые не работали на этой руке. Попробуем настоящий пирог в лицо запустить. Ага. Нет, еще рано. Давай наши модифицированные пирожные. Ага. У нас вот такая желейка. Давай попробуем. Раз. Неэффектная желейка. Дальше пробуем чизкейк. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я думал, оно не работает. Чизкейк тоже неэффектно. Ну, мы здесь и создали просто какой-то хаос, да? Это медуза. Смотри, медуза какая. Ага. И третье пирожное пробуем. Раз, два, опа! Да, папа! Нормально? Да. Эффектно? Да. Давай еще модифицированное пирожное у нас есть, вот. Вот такое, с ягодками. Вот. А ну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опа. 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 Окей. У меня уже глаза ничего не видят. У меня глаза... Что, ягодка? Ну что, сделаем максимальную. Огромную. Со сливками. Чтобы было весело? Да. Вот так. Ужас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Папа! На попало! В нос попало! Ну, собственно, вот такой у нас классный набор. Тебе попало, папе попало. Я не считал уже, сколько раз попало. Но было весело? Да. Классный набор? Да. Придумаем еще что-нибудь. Будем не пирог в лицо, а какой-нибудь салат. Да? С морепродуктами, чтобы пахло везде. Попробуешь сливки? Страшно? Давай сюда. Ну что, ребят, если вам понравился наш челлендж, ставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь. Добавляйте ролик себе. До новой встречи. Всем пока!